Фракция ЛДПР в Думе Югры обсудила способы поддержки населения в части оплаты коммунальных услуг. Только за предыдущий год тарифы на отопление, горячую и холодную воду, газ, а также вывоз мусора повышали 2 раза. Народные избранники заслушали доклады представителей власти и общественности, обменялись мнениями. По словам депутатов, главная задача сейчас повысить уровень дохода югорчан. По итогам встречи участники приняли резолюцию, куда вошли аргументированные предложения. К примеру, упрощение процедуры получения субсидий. В целом же депутаты сошлись во мнении, что в Югре достаточно мер поддержки населения по оплате коммунальных услуг. Если федеральный порог получения субсидии на оплату услуг ЖКУ составляет 22%, при его превышении представляется такая субсидия гражданам, то в нашем округе он дифференцирован от прожиточного минимума, разделен от 0 до 15% на сегодняшний день, что существенно ниже, чем гласит федеральный уровень.